Сотрудники госадминистрации принимают поздравления с зимними праздниками от Союза молдаван Приднестровья. Представление для управленцев подготовил педагогический техникум. В лучших традициях молдавского фольклора студенты пели колядки и танцевали. Звучали стихи на двух языках с пожеланиями добра, мира и благополучия в новом году. Впрочем, для Союза молдаван Приднестровья это уже становится традицией. В канун Нового года устраивать мини-представление для работников городской администрации. Ведь одно дело поздравления на открытке и совсем другое – слова, сказанные лично. Впрочем, здесь были не только слова, но и стихи, и песни, и колядки. Мы все хотим, чтобы в Новом году в семье каждого из нас, в семье каждого приднестровца был мир, была радость, было здоровье. Были улыбки на лицах всех наших детей и внуков, чтобы мы с вами действительно в новом году добились больших успехов в развитии нашей страны. Огромное вам, во-первых, спасибо за прекрасную традицию, за то, что вы из года в год, в канун Нового года, вы приходите... Вы приходите с прекрасными поздравлениями. Я тоже желаю от городского совета вам счастья, успеха в учебе, прекрасной встречи Нового года, исполнения всех желаний. За активную работу и развитие молдавских традиций дипломами главы госадминистрации отмечены председатель Союза молдаван Республики и преподаватель педагогического колледжа. Студенты получили сладкие подарки и благодарственные письма от главы города и председателя горсовета.